Гороскоп на 14 декабря. День символизирует раскрытие потенциала, победу над собой. У многих омнов возникнет ощущение, будто они способны своротить горы. Ничего не опасайтесь, судьба в этот день покровительствует самым смелым вашим поступкам и решениям. Сейчас легко заработать неплохие деньги, не жертвуя своими моральными принципами и этическими установками, что не так уж часто в наш меркантильный век. Не упустите свой шанс. Тех тельцов, кто весь месяц просидит на печи, удача обойдет стороной. В случае возможной финансовой неудачи близнецы могут легко превратиться из жизнерадостного человека в завистливого нытика, которому нужно, чтобы кто-то выслушал его жалобы. В финансовых сделках будьте начеку, особенно во второй половине дня. Раки. Незамужние представительницы знака, скорее всего, всерьез задумаются о создании семьи и рождении ребенка. Спокойно обдумайте свое положение, планы на будущее и подготовьте почву для решительных действий. Вероятно, старые нерешенные проблемы, которые привычно откладывались львами на потом, неожиданно заявят о себе. Разберитесь с проблемами, сочетая решительные действия и творческий подход. У многих дев проявится способность к социальному видению, и они оценят происходящее с точки зрения возможности завоевать власть или авторитет. Вы можете получить широкую поддержку любого своего начинания, если разработаете подробный план своих действий. События этого дня подскажут весам, с чего начинать берять за самые тяжелые проекты. Творческих личностей ждет удача в выступлениях перед публикой. Вам сегодня предстоит проявить всю свою изобретательность и неординарность. Положение планет рекомендует скорпионам быть особенно осмотрительными и терпеливыми. Пока не стоит приступать к новым делам, даже если возникнут какие-либо идеи и появится возможность их осуществления. Стрельцам придется возвращаться к уже проделанной работе для уточнения деталей, которые оказались непонятыми вашими сотрудниками. Из-за своих принципов вы способны упустить собственную выгоду и потерпеть финансовые неудачи. Вопрос о том, приносит ли работа вдохновение и душевную радость, встанет перед козерогами со всей остротой, но отвечать на него и принимать соответствующее решение еще рано, ситуация прояснится только к концу года. Более успешными в декабре окажутся студенты водолеи творческих и гуманитарных вузов, институтов культуры и военных училищ. Вновь возрастет актуальность знания иностранных языков. Чтобы избежать переутомления, больше отдыхайте. Астрологический аспект проявится стремлением рыб согласовать свои личные желания с интересами других людей. Добивайтесь успеха, опираясь на накопленные знания и опыт, а не на заимствованные идеи или просто на собственное воображение.